Добрые слова и пожелания в День города прозвучали для 16 мамочек. Их малыши появились на свет аккурат к празднику. К слову, первой стала девочка. Можно вам вручить? Детишки будут ложиться на них. Поздравлять маму малышей, появившихся на свет в День города, добрая традиция. Ее поддерживает городской комитет по социальной и молодежной политике. Его руководитель Светлана Трифонова также в праздничное утро вручала презенты новым горожанам. Подарки понравились. Ну, нравится, приятно, конечно, что так попали. Вы не ожидали этого? Нет, не ожидали. Мамочки рассказали, что подарки вручили нужные, и они точно пригодятся при воспитании малышей. Все, что мы сегодня делаем в городе, это мы делаем как раз-таки вот уже для детей. Для детей, для молодежи, для старшего поколения, для всех горожан. И я уверен, что когда наши новорожденные подрастут, город уже будет совершенно другой. В день рождения Улан-Удэ в городском перинатальном центре появилось 16 малышей, 6 мальчиков и 10 девочек. Алевтина Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня.